Всем привет, это Brain First по-прежнему, и это мое прохождение игры Hitman Codename 47. Прошлые миссии мы сделали просто на ура, нас даже никто не заподозрил. И потихонечку разгорается война между Красным Драконом и Голубым Лотосом. Следующая миссия, нам нужно убить что-то типа начальника полиции. Я советую вам взять на эту миссию проволоку и Берту-92 с глушителем. Но что нам предстоит сделать, я вам расскажу прямо сейчас. Итак, цели миссии. Нам нужно сорвать переговоры двух враждующих между собой сторон. Это Голубой Лотос и Красный Дракон. И сделать так, чтобы начальник местной полиции не ушел отсюда живым. Сделать так, чтобы все подумали, что это сделал представитель Красного Дракона. Так что миссий у нас и работ очень и очень много. Так, во-первых, заберитесь в местный туалет и сбросьте Беретту М9. Она нам еще понадобится в будущем, а пока бежим за представителем Красного Дракона. Убивать мы его будем вот в этой точке. Напомню, что его тело нужно спрятать, ну а пока ждем, когда он появится. В принципе, ходят они очень медленно, и ждать придется очень долго. Пока поговорим о том, что нас ждет вообще. Нам нужно сделать так, чтобы тело не нашли, во-первых, а также очень внимательно оставить на месте преступления медальон. Красного Дракона. Это очень важно. И в этой миссии я, кстати, очень сильно нафейлил, но об этом вы узнаете позже. Кстати, смотрите внимательно, чтобы на улице, не дай бог, не оказались случайные люди, а также представители закона. Вот они ходят в зеленой такой маечке, футболочке, не знаю, как это назвать. Но если вы стоите на той же точке, прошу прощения, если вы стоите на той же точке, что и я, то у вас проблем особо возникнуть не должно. Именно на этой точке вас, скорее всего, не увидят. Вот он идет. Не подскажите, как пройти в библиотеку? Да, хорошо, что я не умею читать по-китайски. Так, его тело нам нужно убрать отсюда. Написано наркотик, не обращайте внимания, ребят, это не очень хорошая локализация от Буки. Вечная им память, кстати. Так. Тащим. Какой же он тяжелый. И сбрасываем вниз. Давай. Оп. Отлично. Так, сейчас нам нужно забрать амулет, забрать его одежду. Ну и, в принципе, все. Струйную проволоку можете выкидывать, можете нет. Я здесь выкинул на всякий случай, потому что я не помню, запалят вас с этим оружием или нет. Но, по-моему, не запалят. Но я все-таки решил перестраховаться. Итак, идем к месту встречи. Да даже если, кстати, запалят у вас оружие, у вас просто его заберут. То есть вас не будут там говорить, что ты какой-то плохой человек. Значит, не откроют по вам огонь. Просто заберут его. Так, вот наши ребята. Это наша главная цель. С ней мы немножко потолкуем. Well, I did not expect a European to be Mr. Harmon's representative. I was personally selected to carry out this delicate mission. Before we continue, I need a little break to freshen up. Of course. Ask the bartender for the key to the bathroom. Так, теперь попросим ключ у нашего друга. Hello, sir. Официант. What can I do for you? I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. So, you are Lee Hong's representative? And a Westerner, too. How unusual. My father was a close friend and business associate with Mr. Hong.
I consider this job an honor. I need a few minutes to use the bathroom. Please excuse me. Certainly. The bartender can supply you with a key to the best. Бла-бла-бла, окей. Так, выходим. Сюда. Желательно закрыть двери, чтобы он не видел, что вы берете пистолет. Теперь пистолет мы этот забираем. Кладем в кобуру. Старайтесь заранее прицелиться ему в голову, чтобы потом не было никаких случайностей. Вот так, бах, все, и выбросили сразу пистолет. Замечательно. Правда, я забыл одну вещь. Я забыл выкинуть талисман. Это, скажем так, небольшой фейл, но не такой уж и серьезный. На самом деле, сейчас мне придется вернуться назад и сбросить этот талисман. Правда, в это время меня скорее уже запалят и откроют по мне огонь. Но в любом случае, миссия выполнена в стелсе. Зачем-то опять проверяют оружие у нас. Тут чувак забежал просто так. Оружие у него не проверили. Ну, ладно. Окей. Все, просто бросаем амулет и уходим. Все, уходим. Я постарался как можно быстрее добежать до машины, но в принципе все получилось. Миссия выполнена. Да, немножко криво, только потому что я амулет забыл выбросить. А так бы все было бы просто замечательно. В любом случае это никак не карается, и деньги нам дадут в полном размере. На этом все. С вами был Брайан Фёрст. Спасибо огромное, что посмотрели этот эпизод. Подписывайтесь на новые. Удачи. Пока.